Заелый Арманда нам чай Сарина, дай тулян, да не манда. Мне было видение о твоем приходе, королева Веста. Прости, что побеспокоила тебя, но я пришла заключить с тобой сделку. Мне нужна твоя помощь. Ты уверена в том, что собираешься сделать, и о чем хочешь попросить меня? Да, я не передумаю. Хорошо. Ты принесла мне плату за мою услугу, которую я окажу тебе? Да. Ты заплатила довольно много. Так что же тебе нужно? Я беременна. И не от того, от кого хотела бы. Мне нужно избавиться от плода. Какой срок твоей беременности? 3 недели. And I will hold you tight. Like the moon in the arms of the sky. And I will keep you warm. I will build a fire in this house. And I'll build a fire, you fetch the water, and I'll lay the table. Oh,
И я сделал то, что просила меня твоя королева. Но ее плод живой. Живой? Но как это возможно? Ведь королева была на таком маленьком сроке беременности. Этому же ребенку светит великое будущее. Я видел это в своих видениях еще до прихода твоей королевы. Обрывками, непонятными знаками. И только сейчас все сложилось воедино. И какова моя роль в этом всем? Втайне воспитай его, как собственного сына. И с ним придет новая эра. Эра? Эра чего? Или кого? Увы, но мои боги не ответили на этот вопрос. Это тайна даже для них. А что говорить обо мне? Ну что, если мою тайну узнают? Меня ждет смерть неминуемая. Боги помогут тебе, не сомневайся. Хорошо, я верю тебе, шаман. И попробую сделать все, что от меня зависит. А теперь иди. Тебе нельзя задерживаться. Придешь ко мне через несколько дней. Да так, чтобы за тобой никто не шел. Хорошо.